Обсуждение актуальных вопросов, дискуссии, столкновения мнений. Политика сегодня – это настоящая пучина запутанных действий и неоправданных решений. Выслушать других и выстоять свою точку зрения вы можете на политической кухне. Словно кузница политологов, это место стало ключевым в нашем городе для обсуждения современной ситуации на мировой арене. Предмет у нас сегодня обсуждали исламское государство. Террористическая организация, которая бушует на севере Ирака, которая уже несколько недель не сходит с полос ведущих СМИ в мире. Мы обсуждали, как становилась эта организация, на какой почве, какие посылки были и чем угрожает нашему государству, нашему миру, региону в целом. Тема этого вечера стала история и структура исламского государства Ирака и Ливана. Противостояние внутри ислама между суннитами и шиитами, в которое когда-то вторглась Америка, сегодня стало практически ареной для мировых политических игр. Радикальные течения, террористы и экстремисты – то, чего мы так боимся, зарождается именно там. Но как с этим бороться – вопрос открытый до сих пор. Алена Белова, Лиана Санамян, Антон Шепеленко. Универньюз.